Всем привет! Хочу вам сейчас показать подборку для совместника от Hobby Time. Я возьму для работы, сейчас покажу основную часть, а перед этим вам покажу еще и материалы, которые мне пришли, которые я выбирала в Scrap Money. Вот. И тут я, конечно, все заранее вскрыла, посмотрела, понятное дело, терпения не хватило. Вот. И вам сейчас покажу ту те материалы, которые я хочу использовать. Но Scrap Money, она, знаете, славится своей щедростью, и они вам в посылку положат еще и то, и больше того, что вы сами повыбирали себе. Да, кто делал заказы в Scrap Money, кто что-то покупал, что-то там, я не знаю, выбирал, знает прекрасно, что четко по вашим выбранным товарам там намного больше, что придет в качестве подарков. Так, покажу, конечно же, я вам все. И помимо того, что я для работы подобрала, так, что у нас тут есть? Это коллекция «Багряный винтаж». Несмотря на то, что тематика у нас такая осенняя, все-таки меня не стопорит тема маков. А опять же, слушайте, привязываться к макам — это дело такое, знаете, я не стала запариваться, ибо, знаете, у нас круглый год можно раздобыть любые цветы и говорить, что это четко лето, я бы не стала, потому что, ну, опять же, смотря где жить, да, хоть осень на дворе, но цветы легко доступны, поэтому я как в этом плане не заморачиваюсь. Я не буду сейчас вам раскрывать всю философию моих работ, которые будут у нас делаться на протяжении нескольких этапов. Я, скорее всего, буду показывать отдельные работы. И только в заключительной части, в отдельном видео, когда покажу все работы из этой серии, я расскажу вам, в чем был мой замысел, чему посвящены были эти работы. Вот. И даже мне будет интересно об этом заранее не говорить, а просто, ну, какие-то моменты отображать чисто технически, да, что я использовала, какие материалы, как эта работа творилась. Вот. И, возможно, по моей работе кто-то, ну как-то это будет понятен посыл в моих работах. То есть не обязательно об этом в тексте, ну, расписывать. Да? Бывают очень говорящие работы, когда не надо ничего лишнего говорить, и так все понятно. В общем, я очень надеюсь, что у меня работы именно такие и будут. А там посмотрим. У меня вот, когда увидела эту коллекцию, сразу вот загорелась эта идея. Вот, так, покажу я вам, что я ожидала, скажем так, от Scrap Money под свою затею. Именно этот набор и 4 ножа. Да, кстати, впервые я буду использовать ножи от Scrap Money, несмотря на то, что они вроде как, ну, вроде как странно, да, быть в дизайн-команде от Hobby Time, а использовать ножи левые. Но нам, скажем так, разрешили это дело. Я, понятное дело, буду использовать как ножи от Scrap Money, так и ножи от Hobby Time. То есть я замиксую. Вот, я вам дополнительно сейчас покажу, что я буду еще использовать. Так, что я ожидала, да? Вот этот набор «Багряный винтаж». Вот такие вот у нас картинки для вырезания. Ну, это прям стандартная тема. Вот такие. Но это невозможно на это смотреть. В смысле... Да, я несколько раз пересматривала, настолько вот классные листы, вот, книжки, перья, в общем, ну, под мою затею очень эта коллекция подходит. Вот такой синий цвет. Вот, знаете, это еще раз такой тот самый случай, когда я в прошлый раз работала с бумагой родная, и у меня была коллекция 20 на 20, и я сразу, как увидела эту бумагу, пощупала, что называется, поработала с ней, я решила, что обязательно у меня будет большого формата
бумаг я и приобрету. Ну, так оно и случилось, в итоге я тоже и применила в работе. Вот. И у меня сейчас такие же мысли по поводу вот этой коллекции. Мне будет маловато ее, так что по-любому приобрету и большую. Но это невозможно. Она и под всякие ретро-альбомы подойдет. Почему нет? Маки, маки. Ну, классные. Классный набор. И, казалось бы, да, такой набор, такой, как бы сказать, такой благостный, винтажный, да. И я под это хозяйство, да, неожиданно взяла вот такие вот ножи, анатомичку. Да, вот такая у меня мысль, такая идея. Сердечки, кстати, сердечки, они, по-моему, от коллекции, точно, каникулы в Париже. У меня есть бумага, остатки роскоши. Ну, я с ней работала не раз. Вот. Этот, вот именно этот набор я и ожидала от Скрабмании. Это то, что я прям ждала. Но, как вы знаете, Скрабмания — это дело такое. Они не могут это просто только это прислать. Дополнительно пришли. Так, листы вот эти 10 на 30. Они, кстати, тоже в эту коллекцию входят. Багряный винтаж. Прям в тему. Вот эти вот книжки. У меня такие книжки уже есть из другого заказа. Я их уже вырезала. Будут дополнительно. Так, билетики тоже из багряного винтажа. Тоже в довесок. Потом вот эти вот теги. Вот. Вот эти вот карточки тоже отложу в коллекцию. О, вот это красотень. Балдежная. Все, мне никак руки не доходят до этой коллекции. С этими зверятками. Тоже какие-то отдельные листочки, что-то было с этим, но отдельной коллекции не было. Так, это у нас что-то такое средне... Легенда Средиземья. Да, вот тоже классный лист. Так, у нас торты, свадьба. Что-то такое. Кстати, можно цветы откуда-то отсюда что-то эпизодически взять и сюда добавить. Почему нет? Так, морская тема. По-моему, такой лист был. Вот, не знаю, тут очень спорно. Я бы вот, наверное, вот этот лист оставила. Хотя и то, и то здорово. Так, потом еще дополнительно был вот этот нож. Ну, так смешно с этим ножом. Я недавно на этот нож смотрела, мазолила его глазами, хотела его заказать. Но потом в последний момент отказалась, думаю, в другой раз. Это было в тот день, когда я получила посылку вот эту от Скрабмании, вот с этим набором. И вижу этот нож. Вот не зря я на него смотрела. Короче, я его не заказала. То есть, когда я выбирала этот нож, да, в итоге я, ну, как-то отложила эту затею. Ну, как будто бы не зря. Ну, как будто чуйка была, что у меня этот нож все равно будет. Но его положили как подарок. Я такой не выбирала. В качестве подарка мне еще положили вот эти легкие. Блин, это просто, я не знаю, какая-то прелесть неземная. Это шейкер. Тут надо будет пленку удалить. Этот ацетатный лист, чтобы он не мутный был. И я прям, знаете, уже... Если у меня до этого сложился, ну, такой образ работы будущей, и уже какие-то размеры даже этой работы, то теперь, увидев вот эту деталь, я прям что-то загорелась мыслью, что все-таки его, эту, ну, как, этот шейкер использовать тоже в работе, в этой анатомической. Ну, прям считаю, что прям обязательно должна. И, соответственно, у меня и формат работы поменяется, ну, размер. Поэтому очень даже к месту прям не ожидал. Я, кстати, даже и не видела такого, ну, этого чипа от Скрабмании. Классно. И здорово, что они прям подобрали под ту тему, которую я выбрала. Так, еще что у нас тут было? Так, это открытка была от Кати. Прям здорово, что она подписана. Тоже я такие вещи коллекционирую. Так. Так, блокнот. Уже так, по-моему, уже второй у меня в коллекции. Ну, тоже здоровская тема. Особенно, знаете, когда подарки оформляешь, я очень часто использую там для записок. Здорово. А, опять же, с другой стороны, это классные такие подложки для фотографий, для альбомов. В общем, классный такой блокнот. Вот, и еще что пришло. Пришли вот такие баночки. Я такие видела в фикс-прайсе. Знаете, их обычно берут, скажем, в поездке, да, там налить шампунь, гель для душа, все в таком духе. Для скрапа, если смотреть вот в этом плане,
то там я вижу, знаете, там вот есть две баночки и есть, как его назвать-то, пульверизатор. Ну, короче, такая штукенция, где можно развести какой-нибудь спрей, какую-нибудь краску попшикать. Вот такая красотища, такая красота. Даже вот с сумочкой. Вот про это я говорю. Вот. Сюда налить. Насыпать или что там, я не знаю. Сболтать и пшикнуть. Да. Вот он. Он такой симпатичный был. Корги. Корги, да? Вот, такой пузыречек симпатичный. Вот, все остальное это вот чисто для этого. Это, знаете, это такие вот презенты этой серии, помните, были такие тоже посылки под Новый год, 8 марта, когда скрапмания какие-то, что там у нас были, соль для ванны, еще что-то такое было, не скраповый, скажем так, так и тут. Но тут наполовину не скраповый, потому что все-таки можно применить вот эти баночки, например, да, под какие-нибудь там братцы, какие-нибудь там топинки. Как я говорю, топинги, жопинги всякие, всякие рассыпухи. Вот, классные. Вот они. Мне кажется, их используют по назначению, да, там, не знаю, в быту. Мне кажется, они сотрутся, будет жалко. А вот что хранить, будет здорово. Так, тут что-то такое вот косметического характера. Вот какая-то лопатка. Я не знаю, что это, для чего это. Спасибо, скрапмания. В особенности от вот этих вот дополнительных подарков. Вот эти вот подарки дополнительные. Было очень неожиданно, конечно же. А, еще не показала вот что. Вот что. Тоже это подарок. В каком вот конверте были вот эти карточки. Я не знаю, они есть ли в свободном продаже, я не видела. Я очень часто вижу, что их вот в качестве подарка заказ отправляют. Это что-то типа блокнота, только вот уже без всяких вот этих, без пружины. Вот. И тоже здоровская тема. Как подложка, как для записок, листы. В общем, такие классные материалы. Вот, и что еще остается? Еще остается вам показать. Так, ну это понятное дело, это я подарки вам все вместе, конечно, показала. Отдельная, скажем так, история. Вот, а по поводу дополнения к этим материалам для будущего СП, я возьму вот эти вот остатки роскоши. Кто видел много работ с этой коллекцией, бумага практически вся разошлась. Вся разошлась по работам. Вот остался небольшой кусочек, сердечко. Это каникулы в Париже от Скрапмани, тоже коллекция. Что осталось? Остались вырезалки. Но я отобрала то, что мне может пригодиться. Вот, еще много было вырубки вот от ножей Хобби Тайм. То есть эти гортензии, ключики всякие. Это все ножи Хобби Тайм. Фотоаппараты и прочие мелочи. Они мне очень подходят в тему. Да, вот это все красно-белые. Добавлю, да, и листочки, все, я думаю, все это я применю. Так что, что добро пропадать, когда уже у меня все нарезано. Ключики, и мне очень это в тему, вот эти замочки, вот эти ключики, потому что тема, о которой я вам расскажу в самом конце, я все до конца палить контору не буду, ну, скажем, общую концепцию вам озвучу, да. Вот как-то так, да, и пуговицы у меня вот эти маленькие, они... В последнее время очень часто фигурируют в моих работах. Я уже подумала, очень тяжело заказать. Я недавно заказывала очень маленькие буковки. Вот. И думаю, пора пополнять. Да причем даже пополнять не столько в плане количества. Хотелось бы разбавить палитру. Потому что каких цветов мне, если честно, не хватает. Белые уже кончились. Хотелось бы, например, черные иметь. Но тоже нету. Их в том наборе не было. Так что посмотрим. Да, еще, скорее всего, сюда добавлю... У меня просто под рукой нету вырубку с цифрами от Хобби Тайм. Очень тоже ходовой нож. Я очень часто его использую, потому что я чувствую, что даты мне там обязательно буду применять. Это прям вот в обязательном порядке. Надеваю еще братцы на знаков зодиака. У меня там еще вторая палетка есть, там несколько осталось.
потому что мне очень они здесь зайдут. Хотя, вот знаете, я так предполагаю, что тут должны быть еще повторки, но у меня, может быть, скорее всего, не все будут в наличии, но я как-нибудь выкручусь. Вот, по этим знакам зодиака я их буду использовать как элементы в работах. Вот как-то так. Возможно, что-то еще добавлю. Вполне вероятно. Но на данный момент пока вот как-то так. Так, калька у меня, бумага. В основу пойдет вот эта бумажка, как это называется, обложечный картон, вот этот картсток. Мне его много. Акварелька практически вся закончилась, там осталось пару листочков, поэтому выкручиваюсь из ситуации с тем материалом, который у меня есть. Так что, думаю, мне этого вполне хватит.